Пак народ, с вами, как всегда, Кэш, а также сегодня мы с Томсоном решили поиграть на той же карте, которую мы играли со Стасяном и Денчиком. Сегодня первый, как всегда, Никич. Да, ну, всем привет, друзья, с вами Том, то есть я, да, вот, мы сейчас играем, так сказать, в CS-очку. Да, в CS GO на Android, это, на самом деле, это CS 1.6, переделанная под Android. На движке Half-Life 1. Да, переделанная под CS GO, вот такая вот у нас прикольненькая карточка с нычками. Да. Ну, а мы начинаем, пацаны, давайте, ставьте лайки и также смотрите мое интро. Погнали. Что ж, ребята, и мы продолжаем. Я первый маньяк. Иди пряще. Ты заныкался? Еще нет. Пока не что. Заныкайся пока. Я пока тут посижу и порассуждаю. Вообще, по идее, ты должен уже заныкаться. Ну, я тебе фор даю, как первому человеку. Потому что Никита играет первый раз на этой карте. И да, я здесь первый раз, поэтому мне можно дать фору. Я вообще первый раз играю тут. Я замажу, но я показывала в прошлом ролике. Посмотрите прошлый ролик. Ну, там было очень жачно. Вот и все. Я в нычке. Может, дашь какую-нибудь подсказку? Ну, могу дать подсказку, да. Ну, допустим. Ну, так, подсказочка. Ну, ты пока что... Я все нычки тупо знаю. Чуть-чуть поищи меня, может быть. Ладно, все, я подворачиваюсь. Может, поищешь? Ой. О, я кого-то вижу там. Я кого-то видел там. Кто это такой тут? Ой, блин. Кто это такой? Хулишь, урод. Делаю, куда вы? Алло, иди сюда. К директору пошли. Где? Ты что, за мной? Он что, меня троллит? Слышь, ты... Хватит меня троллить, давай иди, куда ты пошел? Куда ты мог пойти? Он что, в доске, что ли? Нет, не в доске. Ох, а может он сюда пошел? Давайте, пацаны, проверим. Я помню, от Стасяна спрятался вот в этой нычке, она была очень теплой, и он меня не нашел. Блин, помните, вот посмотрите второй ролик, если вы не смотрели. Там тупо вся инфа. Ой, стоп, а ты случайно не тут? Я случайно не тут. Так где ты? Подсказку дай. Где ты можешь быть? Ну дай подсказку, ну боже, ты достал уже. Я тебе могу дать подсказку, я в перебежках. Нормальную подсказку, где ты бегаешь. Ну, пока что я еще не бегаю. Я сейчас прыгаю, пытаюсь забраться в нычку. Да, которую... Ай, блин! Ну все, теперь я маньячок, пацаны. Мы продолжаем. Точнее. У меня есть один вопрос, а как мне... Как ты маньячок, если я маньячок? А, да, точно. Извините, перепутал. А, нет, я маньячок. Ай, нет. Давай два раунда. Давай скрою эту всю хрень. Давай два раунда ты маньячок. Я не знаю, как это убрать. Меня это бесит. Давай два раунда ты маньяк, два раунда я маньяк. Окей. Давай, сейчас ты опять маньяк. Ну, да, я скрою кнопочки. Давай. А то они меня бесят постоянно. А я пока что буду искать нычку. Показываться? Да, давай. Все. Все, нычечка на... Нычка нашел нычку. Внайдена. Нычка найдена. Ну, я тут нычки все знаю. А прошлый ролик, если посмотреть, то мы тут практически все нычки разгадали уже в прошлом ролике. Поэтому, в принципе, карта изичная. Ну, для меня чисто. А вот для того, кто прячется, тому, конечно, будет пипец, если я засуну ему керамбит в жопу. В жопу керамбит. В жопу керамбит, да. Серьезно? В смысле? Ты где он может быть? Я немного догадался. О, здрасте. Кстати, тут в автоматах. Приветствую вас. Ты что, в автомат залез? Нет. Я не в автомате. Да фигу ты меня... Че ты меня троллишь, а? Я где не ты? В автомате. А где ты? Где? Алло, здрасте. Я вас вижу. Эй, блин. Я отдаю вам фору, вы можете сбежать. Спасибо, до свидания. Все, давай. Все, я тебе даю фору. Все, я тебе дал фору, чтобы все честно было. Тебе, в принципе, фору можно давать? Ай-яй-яй-яй! Да блин, а ну, зарежься давай, алло! Ай-яй-яй, я не могу двигаться, когда ты меня бьешь. Ну, тебя, типа, это, знаешь... Да стой, ну блин, да фигу ты, съест твои двери! Я твою... Ты меня бесишь, а? Ну,
Ты что тут делаешь, алло? Иди сюда. Где ты? Ах ты ж тро... Ах ты ж школьник недоделанный. Давай, даже нигде, тут дофига нычек, ты тупо мог бы уже спрятаться. Ну что, за двери? Карусель, карусель. Где он? Он что, в кабинете химии? Подожди, я сейчас проверю. О, здрасте. Как у вас делишки? Хорошо. Как делишки у Никитки, а? Я хотел, я вас по вам так соскучился, что я прям вас готов заобнимать уже. Понимаете? Понимаем. Так, сейчас я за террористов захожу, а ты... А я не могу зайти нормально. Нормально, то есть, окей. Окей, какой? Ну, ищи меня. Ты где? Ты где? Так, я иду искать, ребята. Где он может быть? Мне интересно. Все легко и очень просто. Хоть ты на первом... Ты скажи, хоть ты на первом этаже? Да. Какой немножечко? А, что? Ну, немножечко. Ну, где ты можешь быть? Ну? Ну, я не знаю, где я могу быть. Телепорт, блин. Телепорт. Все. А, подсказка. Спасибо. Подсказочка хорошая. Ты случайно не тут? Ладно. Вы, наверное, подумали, что я дебил, но вообще-то это правда. А ты зашел в мою нычку? Ты заходил в мою нычку? Так, ребят, я иду его искать. Где же он может быть? Ты заходил в мою нычку? А я понял, ты заходил в мою нычку. Да, я заходил в вашу нычку. Где ты можешь быть? Ты в кабинете химии? Нет. Где ты можешь быть? Э, алло. Ну просто поищи. Раз, два, три, четыре. О! А, точно, я же не сказал свою, да, свой девиз. Свою зону. Своего девиза мне не ведет. Раз, два, три, четыре, пять, я иду дебила искать. Вот, все, отлично, офигенно. Так, и где же дебил может быть? Он что, сюда залез? Серьезно, это кабинет химии? Ну ладно. Это был кабинет химии? Серьезно? Я не знал, то, что это кабинет химии, это не я. Окей. Ну, чё ты меня троллишь, гад? Ты меня троллишь, да? В смысле? Ты меня... Когда? Да где? А где ты? Я здесь. Стоп, он по лестнице мог спрятаться или не мог? Ах ты ж мой маленький. Я молюсь. Тихо, стой. Я прострелю. Блин, у меня патроны закончились. Я умер. Короче, я проиграл. Ха, салалайла. Салантайла, салалайла. Ну шо? Теперь делаем? Я опять перезахожу за маничка и иду тебя искать. О, нифига себе. Блин, я, может, вижу. Слышь, гоу-гоу-гоу, не гоу, в жопу засуньте себе эти гоу-гоу-гоу. Вообще-то, ну ладно. А ты сейчас где? Просто маленькая подсказочка. Маленькая подсказочка? Я в кабинете химии. Спасибо. А это был кабинет химии? Кабинет... Подожди, не в кабинете химии? Блин, я в кабинете русских поэтов. Короче, я в кабинете русской литературы. Я бросил гранату. А, граффити, граффити нарисую. Я нарисовал на окне граффити. Мне просто интересно, чисто, где кабинет здесь русской литературы? Вот кабинет, вот, видишь граффити? Иди туда. Да, это тут. Смотри. Опа. Ох, опа. Стоп, это где? В смысле? А где ты? В жопе мира. Я согласен. А разве ты флешки имеешь право кидать? Да. В смысле? Имею право. А, то есть я не мог кидать, а ты можешь? Да. Честность, уровень бог. Ой, ты стоп, а у тебя АВП есть, алло. Я знаю, но... АВП я прострелил. Я прицеливаться не могу. АВП я прострели, а? А? А ты где? Так простреливаться не надо. Ты должен ноускопом, а не прицелом. Ты как бы и не должен прицеливаться. Возьми АВП. Да господи, в чем смысл? Где ты? Так легче убить. Так я не знаю, где ты. Я в нычке, поищи. Тут где-то в этой комнате. А, в этой комнате? Где-то в этой.
А вот, здоровесенький булыч. Да, ну ты никогда в жизни не прострелишь, если сюда не залезешь. Да нет, у тебя, ой. Ты меня. Ой. Фактически убил. Ой, ой, ой. Что ты сделал? Ой. Ну а что ж, дорогие друзьяшки, братишки, если вам понравился этот маньячок, как я гонялся за Томпсоном, то пишите, ставьте комментарии, ставьте лайки. Ну а также, дорогие ребята, скоро у меня будет маньяк на другой карте. Пишите, какая же лучшая версия, первая, там, где мы играли все троем, или с Никичем. Ну что ж, с вами был Том, то есть я и... Кыш, также пока. В конце ролика я оставлю ссылочку на Никиту. Перейдите, пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, перейдите на его ролик, ну на шо. Его канал. Если вам интересно, как я удирал от него и троллил, это вам интересно, то, естественно, переходите. Все, пока. С вами был Кэш и Том. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на оба наших канала. Также ты сейчас можешь видеть мои другие ролики по маньяку. Так что смело заходи и смотри их. Подписывайся и ставь лайк.